Сегодня в Чебоксарах прошло совещание по вопросу развития хмелеводства в России. В республику приехали руководители департаментов Министерства сельского хозяйства страны. В России делается серьезный упор на хмель собственного производства. Сейчас российские пивоваренные заводы используют только 2% отечественного хмеля. Все остальное завозится из-за рубежа. Правительством страны ставится задача полностью заменить импортное сырье. Для этого увеличиваются посевные площади. В Чувашии площадь посева должна составить 1000 гектаров. Особенность роста хмеля такова, что плодоносить растение начинает на третий год. А строительство хмелешпалер довольно затратное дело. На будущий год Минсельхоз России планирует увеличить субсидии на закладку, строительство и дальнейшее содержание плантаций хмеля. Кроме того, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петр Чекмарев предложил пивоваренным заводам брать земли в аренду, чтобы выращивать хмель и тем самым снизить расходы на покупку сырья.